В новогоднюю ночь в Самарской области стало на 100 маленьких жителей больше. Только в роддоме больницы Середавина за первые сутки 2016-го на свет появилось 6 малышей. С теми, для кого этот год точно будет незабываемым, встретилась Татьяна Потоцкая. Маленькая жизнь весом 3900 и ростом 59 сантиметров. Пока Елена только привыкает к новым обязанностям и учится пеленать и держать малыша. Но точно знает, эту новогоднюю ночь запомнит навсегда. Схватки были под бой курантов. Новогоднее чудо. Самый большой новогодний подарок всей жизни. Самый главный. А я вот, кстати, жену попросил 31 числа. Я говорю, давай 1 числа сделай мне подарок. Вот, пожалуйста. Позвонила и сказала, подарок готов. Мурашки по всему телу побежали. Сердце, думаю, выпрыгнет. Эмоции переполняют. До сих пор вот голос дрожит. Ничего сказать не могу. Как назвать сына Журавлёва еще не определились. Ими решили выбрать дома вместе после выписки. Малыш стал первым новорожденным в больнице Середавина в этом году, опередив поставленные врачами сроки на несколько дней. Не помню, чтобы как бы Новый год когда-то был спокойным. Ну, может быть, относительно, потому что акушерство такая специальность, когда вот сейчас, если все благополучно, нет родов, нет гарантии, что через 5 минут не организуется целый родильный зал. Только в больнице Середавина в новогоднюю ночь на свет появились 6 малышей – 3 мальчика и 3 девочки. А всего же в Самарской области в первые сутки 2016-го родилось около 100 детей. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Столяров. Новости губерния.